Сборная Украины по футболу разгромно уступила Англии в матче за выход в полуфинал Евро-2020. Первые слова и реакция подопечных Андрея Шевченко после поражения. Что после игры сборной Украины писали иностранные фанаты в соцсетях? Унизительное сравнение знаменитости после вылета украинцев, а также топ-трансферы лета 2021, среди которых потенциальное усиление для сборной Украины, который прошел через Академию Барселоны, и скандальное решение одного из лучших полузащитников чемпионата Украины по переезду к аутсайдеру из России вместо игры в Еврокубках. Об этих и других самых интересных новостях из мира футбола за вчера в этом выпуске. Вы на канале о футболе, а с вами, как всегда, я, Влад. Евро-2020 выходит на финишную прямую, и пока, пожалуй, сильнейшей командой турнира можно назвать Италию, которая в очень непростом поединке все же обыграла Бельгию со счетом 2-1 и обеспечила себе выход в полуфинал. Ранее я уже рассказывал о рекордно беспроигрышной серии Скуадры Адзури и о каких-то фантастических 1168 минутах без пропущенных голов. Но вот что еще интересно, знали ли вы, что вратарь Джанлуиджи Доннарумма ни разу не пропускал более одного мяча в матчах за сборную Италии? Это целых 31 поединок с момента его дебюта в августе 2016-го. Но правда, за всей этой радостью и рекордами для фанатов Италии есть и куда менее позитивные новости. Из-за серьезной травмы перед важнейшими матчами они потеряли одного из лучших своих футболистов на этом Евро, Леонардо Спинацолу. У защитника сборной Италии диагностировали разрыв ахиллового сухожилия. Это около 12 месяцев без футбола. Спинацолу дважды признавали лучшим игроком матча на этом Евро в играх против Турции и Австрии. Так что данную потерю сложно переоценить. На другом континенте также в разгаре Кубок Америки. И там также на днях были сыграны 1/4 турнира. В отличие от Евро-сенсаций там немного, но яркие моменты все-таки попадаются. Так в матче Бразилия-Чили нападающий Селизао Габриэль Жезус напомнил всем чемпионат мира 2010 года и повторил прыжок Найджела де Йонга в финале против Хаби Алонсо. Представителю Манчестер Сити сразу же за подобное вручили прямую красную, ну а его оппонент, к счастью, серьезно не пострадал. Стоит отметить, что даже в меньшинстве Бразилия все равно прошла дальше и обыграла чилийцев со счетом 1-0. Сборная Украины разгромно уступила Англии в матче за выход в полуфинал Евро и отправляется домой. Не сказать, что сам факт вылета нашей команды сильно удивил. Уж больно нервно мы проводили весь этот чемпионат, а кадровая ситуация практически убивала все шансы. Но вот итоговый счет все-таки удивил, учитывая сам ход поединка. Но бывает, от ошибок не уйти. Интересно, что именно они убили команду Шевченко, а не физическая готовность. Хотя лично я боялся больше всего именно этого. В любом случае, спасибо команде за их самоотдачу, и сейчас главное, чтобы парни сделали правильные выводы из этого чемпионата и стали только сильнее. Потенциал у этой сборной точно есть, главное его теперь реализовать. Ну а дальше я расскажу о самых ярких и скандальных реакциях на игру сборной Украины от иностранных болельщиков и знаменитостей, а также что сказали наши футболисты после поражения. Жаль, что Швеция не играла против Англии. Они бы, наверное, проиграли, но сыграли бы лучше, чем Украина. Поздравляю, Англия, но как бы то ни было, это самый скучный четвертьфинал. У Украины нет боевого духа. Скучная игра с самого начала турнира, почему Украина до сих пор вообще там была? Украина не заслуживает выхода в восьмерку лучших. Интересно, как они так далеко вообще дошли? Уважаю Украину, они боролись до конца, но Англия одна из сильнейших команд турнира. Поздравляю еще раз, Англия. Огромная любовь к Украине, вы отлично сыграли и заслужили попасть в эту стадию турнира. Мне жаль, что мы вынуждены были вас выгнать. Слишком тяжелый результат, но честь Украине, которая сотворила исторический результат, пройдя так далеко. И честь украинским болельщикам, которые никогда не переставали радовать свою команду. Не повезло Украине, такая гордая и страстная нация. Молодцы, что попали в четвертьфинал, к сожалению, лучшая команда выиграла. Но было так приятно видеть, что все вы еще поете и гордитесь своей нацией.
Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри очень неоднозначно отреагировал на поражение сборной Украины от Англии в 1/4 евро. «Я не видел подобного избиения Украины со времен 28 ноября 2015 года», — написал боксер. Именно в этот день Фьюри победил Владимира Кличко единогласным решением судей, отобрав у украинца все чемпионские титулы. Защитник сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал поражение от Англии. «Лично свое выступление не хотел бы обсуждать и оценивать. Конечно, хотелось бы лучше, как бы я ни сыграл. Вообще, хотелось бы лучше провести некоторые матчи. Всегда сложно отыгрываться после 0-2, когда пропускаешь на первых минутах первого тайма и сразу после начала второго тайма психологически очень тяжело. Играя против такой команды, как Англия, один мяч сложно отыграть, а два на грани фантастики. Это нас немного надломило. Считаю, третий мяч нас окончательно добил». Также журналисты попросили подвести итоги Евро и капитана сборной Украины Андрея Ярмоленко. «Мы выступили достаточно хорошо. Конечно, в некоторых играх могли сыграть лучше, но я доволен общим результатом. Мы задержались дольше, чем такие команды, как Португалия и Германия. Поэтому я могу только поздравить наших болельщиков с этим. Да, сегодня мы проиграли, но я считаю, что нужно смотреть, кому мы уступили. Считаю Англию одной из сильнейших команд мира». А вот главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко очень неоднозначно ответил на вопрос о своем будущем в команде. «Сейчас чемпионат для нас закончился. Мы вернемся в Киев, подведем итоги, отчитаемся за проделанную работу. Как УАФ должно будет принимать решение, так и я. На это есть время, никто никуда спешить не будет. Мы должны отчитаться за проведенный турнир», — сказал в интервью Шевченко. «А каково ваше мнение, нужно ли оставаться Шевченко у руля сборной и сможет ли он ее еще усилить? Или все-таки Андрей Николаевич себя в ней исчерпал? Делитесь своим мнением в комментариях под выпуском. Ну а пока большинство клубов уже вошли в активную стадию подготовки к сезону, то и количество интересных трансферов увеличивается с каждым днем. Английский Лестер на своем официальном сайте объявил о подписании полузащитника Лиля Бубакари Сумаре. Контракт с 22-летним французом подписан на 5 лет. Заплатили за нового Погба сумму в районе 20 миллионов евро плюс бонусы. В минувшем сезоне Сумаре провел 43 матча за Лиль, в которых отдал 2 результативные передачи. Вместе с командой он стал чемпионом Франции. Бубакари стал вторым новичком клуба в этом межсезонье, а ранее там объявили о подписании Патсона Дака. 22-летний замбийский форвард подписал с лисами контракт, который также будет рассчитан на следующие 5 сезонов. Зальцбург заработал на продаже лучшего бомбардира чемпионата Австрии порядка 30 миллионов евро. В Германии достаточно тихо провернули один из наиболее громких трансферов лиги. Как бы парадоксально это ни звучало. Нападающий Айнтрахта из сборной Португалии Андрей Силва перебрался в Лейпциг. Об этом сообщает пресс-служба Red Bull. Контракт с 25-летним форвардом подписан на 5 лет до лета 2026-го. Ожидается, что Андрей Силва присоединится к команде после отпуска в середине июля. В минувшем сезоне чемпионата Германии форвард в 32 матчах оформил на свой счет 28 голов. И несмотря на ценник 45 миллионов, сделка обошлась бэкам всего лишь в 23. Аталанта подписала контракт с первым летним новичком, аргентинским голкипером Удинезе Хуаном Муссо. Контракт рассчитан до лета 2025-го, а сумма трансфера, как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, составила порядка 20 миллионов евро. Голкипер выступал в составе Удинезе с 2018 года, перейдя из Расинга за 4 миллиона евро. В минувшем сезоне 25-летний игрок провел 36 поединков, пропустив 52 гола. Украинский футболист Марк Шпиро продолжит свою карьеру в составе испанского клуба «Леванте». Молодому таланту всего 14 лет, а до этого он даже занимался в знаменитой детской школе каталонской Барселоны. Информации по игроку мало, но судя по нарезкам видео, то парень действительно талантлив. «Мой первый контракт. Счастлив стать игроком одной из лучших футбольных академий Испании. Для меня это новый этап, важный шаг к цели и заветной мечте», — написал Шпиро в своем инстаграме.
Бывший игрок Луганской Зари Дмитрий Ванесеня неожиданно продолжит свою карьеру в российском чемпионате. 27-летний украинец близок к переходу в крылья Советов, и клубная пресс-служба уже сообщила о том, что футболист прибыл в расположение команды. По информации СМИ, футболист может подписать с самарским клубом долгосрочный контракт. И Ванесеня последние два сезона провел в Заре, и за это время отыграл 68 поединков, в которых забил 8 голов и отдал 3 ассиста. В ноябре 2019 года он дебютировал в сборной Украины, выйдя на поле в матче против Эстонии. Отмечу, что крылья Совета вышли в РПЛ по итогам минувшего сезона, а Заря заняла 3-е место в чемпионате Украины и пробилась в Лигу Европы. Но, видимо, Дмитрий решил, что на данном этапе жизни деньги для него стали важнее карьеры. Друзья, это все самые интересные новости из мира футбола за последние несколько дней. Поставьте лайк этому выпуску, чтобы поддержать канал в развитии. И не забывайте о подписке, если все еще этого не сделали, но хотите первыми узнавать о новых видео. Ну а с вами был, как обычно, я, Влад, и мой канал о футболе. До новых встреч, пока!